Парум-пам-пам-пам, парум-пам-пам. Такс. Я все думаю, как бы получше тут с этой горгульей справиться. Ну, давай попробуем мне хотя бы выстрелить. Не, ну ДПС, конечно, жесть смешной. Стим, слушай, вот ты своей табличкой, вот каждый раз, когда игру сворачиваю, разворачиваю, уже дал мне. ДПС я не хочу твой проверять. Как горгули, мне просто тупо стрел не хватит, я думаю. Ну и что стало? Сколько с тебя опыта и что с тебя падает? А, так здесь у меня вот все еще проще. Сколько уйдет стрел, мне интересно. Сколько? Да, стрел я точно тут. Так, ну они здесь застревают, так что их валить спокойно можно. А там дальше скелеты, я через скелетов-то не пройду никак. Много стрел. Да уж. Удовольствие это еще в кавычках кто будет, это явно. Опыта. Пусть я красавица получаю. Красный кубок горгулья. Ай, да. Это, конечно, удовольствие. О. Силы нет. Под все. Хватает 47. Вот арбалет мне больше нравится, мне хотя бы ДПС побольше будет. Так, где тут обычный арбалет то собственно, острые стрелы, болты, да. Болтов-то у меня 2000. Думаю, побегать с луком, потом, значит, реально прокачивать арбалет. И уже арбалетом всех кромсать. Потому что стрел, я думаю, болтов, точнее, накоплю к нему достаточно. Чтобы уже не париться, не бегать, блин, по этому дурацкому рынку. Стали вы меня.
Слушай, сколько здесь всего-то, смотри, валяется трупов-то. И даже любопытно становится. Походу, кто-то хотел. Ага. Да уж. Видимость, конечно, здесь. Ну, минус арбалета это я вижу сразу, да? Очень сильно замедляется персонажик. Но я думаю, тут на меня смотришь. Больно. Давай, иди сюда. Я правильно понял, вы здесь вообще застреваете. Дальше не можете пройти, да? Хорошо. Я вас тут и буду расстреливать. По скелетами, правда, тогда вот что делать, вопрос хороший. Ну, арбалет-то надо силу тогда прокачивать. И арбалет нормальный брать. Если я ошибся, они пролететь-то могут. Бывает, тупят и застревают. А почему? Это вот любопытнее стало, кстати говоря. Подлетишь. Каргулям видно и не прописали, друзья. Какая там, да? Нет, что-то их здесь тормозит. В общем-то, убить всех гаргулей можно спокойно. Это, блин, без вариантов. Такс. Вот ты здесь застревала тогда. Всего что ли? Я так покромсаю. Не, ну. Вполне, друзья мои, вполне можно их урабатывать. Так, давай-ка посмотрим по скиллам. У меня 12, здесь 113, это вообще копейки. Это арбалет, понятно. Герой хорошо. Тяжелого арбалета.
Силу-то прокачивать надо по-любому. Во-первых, это новые мечи. А мне чертеж, кстати, есть на стрела. А, чертеж-то есть. А, толку-то от него. Вот козлин, это придумали хитро. Так, мне тогда надо как-то прикинуть. Там на конце есть дракон. Давай эту горгулью замочим. Если, к примеру, скажем, вооружу тебя острым болтом. Разница какая будет? Ну, я не скажу, что такая супер большая разница. Вообще никакой разницы. Я нажал вообще-то 0. Спасибо, игра. Не, никакой разницы между острым болтом и обычным. Да, ДПС такой же, как у лука, практически, да? Мы можем практически в половину поднять урон. Но мне намного важнее. Арбалет здесь рулит. Да, конечно, ребаланс арбалета мне не нравится. Тут именно на арбалет сделан упор. Это все как-то, ой, как нехорошо. Если так всех выманивать, конечно, можно, но это, скорее всего, буду делать не на запись. Потому что это полный идиотизм. Да, они тут тупят стоят, так что можно спокойно их расстреливать. Ну, их-то я расстреляю, да, соглашусь. А билетов-то нет. Билетов только с лука можно попробовать более-менее укушать. Надо будет где-то еще побегать 3-4 серии. Пособирать всякую травушку, чтобы все отреспаунило. Запомнить это место и потом сюда уже вернуться. Да все, прячь арбалет. Толк-то я сейчас не... Но пещерка мне, кстати, нравится. Может, не знаю, возможно, квестовая пещера. Потому что очень уж большая. Что-то надо найти, наверное. Пещерский секретный. Так, ползум. Так, ладно, давай сохранимся и попробуем хотя бы пробежать до верха. Очень мне уж интересно это. Что тут самое главное? Так, вижу растения, да, полезные. Полно горгулей. Еще горгуль. Там скелеты нежить. А, так это все есть пещера? А, так вот такие скелетов нету. А, значит, слушай, можно тут рубить их спокойно. Уже интересней. Три, четыре. Правда, тут, конечно, перебор по противникам. Как не спрячься? И целая тонна. Так.
И бы не стать так поудобней. Вы их всех разваливать. Да, они, скорее всего, проберутся, да? Да. Здесь пещеры неспокойно горцуют. Как догадался? Нет, луком здесь не вариант, друзья. Ой, арбалетом. С луком хотя бы убежать можно. Вот в чем его преимущество. Но по сути-то арбалет домашний будет. Значит, луком, короче, их агрим у себя, арбалетом прибиваем. В таком стиле будем действовать. Ладно, пока не буду с этим париться. Потом какую-нибудь сделаю отдельную серию. Сейчас, скорее всего, побегу. Тэпнусь куда-нибудь. Просплюсь. Побегу. Я там травушку-муравушку пособираю. Что тут долгая зачистка будет. Мне до оружия по ДПС не прокачать. Как раз это зерно отдам. Сомневаюсь, правда, что здесь что-то есть такое уж интересное, супер. Ну вот. Надо хоть. А, точно, надо же посмотреть сначала, где я. Потому что я же потом эту пещеру могу и не найти нифига. Короче, выбежим, посмотрим, где определимся. Там, кстати, лагерь орков еще. Хотите. Пошел своими делами позаниматься. Блин, на ночь глядя, вижу я тут это. 2 часа, скоро утро. Можно уже не ложиться спать даже. Так, ладно. Вот я здесь, да? Шел я откуда-то. Вот отсюда. Делиться это отсюда вот где? Гениально. Да никак не определиться. Здесь даже, блин, дороги-то нет. Хорошо, пошли к оркам. Попробуем через орку определиться. Так будет попроще, там все-таки их лагерь как-никак. Вон вышку вижу. Понял, вы сражаетесь тут с этим. Разрушенный домик. Понять, где они. А ты еще кто такой? Часовой к чему? Ну, узнать. О, интересно, кстати. Я слышу, что-то топает. Да, ночью я туда не попрусь. Я уже заблудился, блин.
Серьезно, да вы издеваетесь над... Да, ночью в лесу лучше не шататься. Ты у меня сейчас... Короче, хрен поймешь вообще, где я? Подождать, пока рассвет. Конечно, забавно, но нет, не забавно. Короче, тэпаемся. Где у нас недалеко от Готы, да? Давай, Моросу, значит, недалеко от Готы. Ну, там побегаю, попробую найти, может, и найду, потому что, ну, как-то... Это не вариант реально сейчас. В этих потемках что-то искать. Такс. Ну, пшеницу нам надо. Эй, ты чего? Наконец-то! Здесь немного золота за твою службу. Что-нибудь полезнее есть у тебя? Болт. Либо... Все нормально. Должен заплатить дань. Замолчи. Надо его ночью, значит. Я думал, его домики сейчас поймать. Я несу охрану. Так, что мне еще тут надо выполнить? Надо преподать Мору урок. Посмотрю. Так, убей коров. Так. Работа. Ага. Рано. Раба хочет вернуть. Пресса. Вот это вот. А. Хорошо. Понял тебя, иди сюда. Я только надеюсь. Никакого секретика. Но это ужасно. И здесь стой. Заканчивай с этим. Так, и где этого алуха? Где мне найти? Лучше бы ты не встревал. На втором этаже, я помню, какого-то здания было. Хотя вообще здесь или в другой город надо мне его тащить? Совсем понял. Боюсь, не надо будет в другой город идти. Блин, игра, кончай лагать, задолбала меня. Так что ж, капец. Отдохну немного. Так,
Блин, после Ведьмака эти пролаги просто звездец какой-то кошмарный. Аж наизнанку бляха выворачиваю. Я об этом подумаю. А. Ты это серьезно? Да. Это приведет к катастрофе. Раб Торека снова работает. Превосходно, чужеземец! Я знал, что могу на тебя положиться! Плату ты тоже получишь. Так, ладненько, что он еще хотел от меня? Так, несколько. Сорок один у меня репутация, надо репутацию побольше, наверное, себе сделать там на всякий случай. Но вот у орков у меня вообще нет репутации, вот что странно. У повстанцев я могу ее сделать. Чем я не могу делать и у орков? Это приведет к катастрофе. Послушал бы ты моего совета. Я только надеюсь. Да уж. Ты это серьезно? Пущите меня семеро. Это приведет к катастрофе. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Здесь тоже задание так относительно. Отнеси дрова. Мельницу. Давай сюда тыпнемся, посмотрим, что здесь. Так, побегаем просто, поразвлекаемся. В округе можно будет прошариться. Что-нибудь еще найду. Пока будем зеленку изучать. Ну, в пустыне-то я сомневаюсь, что там растения до хрена найду. Зимой-то мне вообще звездюлей только и будут вставлять. Это там и так понятно. Это надо как минимум двух ударов любую непись унять. Так, на арене, да? Нечем. Обычно... На кого? Да не все, что обитает в наших... Для этого иногда бывают нужны быстрота и ловкость. Если хочешь, могу тебя научить. Правда, для этого тебе придется подняться вместе со мной в мою охотничью избушку. Ром, покажи мне... Нет проблем. Ладно. Ну, короче, он меня хочет ограбить. Пошли посмотрим. Это уже интереснее становится. Сколько у нас там народу будет жить? 3, 5, 10 человек. Это я мог бы сказать тебе заранее. А вот не вижу никого пока что. А у меня стрел мало. Сейчас лук тогда переставлю. Где мой лучок любимый? Вот он. Пошли, веди, веди меня. Вот охоть. Рассказать тебе что-нибудь об охоте в наших краях. Чё, ты мне реально охоту собрался рассказать? Да ты пиздец. Серьезно? Нет, да вы издеваетесь. Как идет охота? Ха, лучше не бывает. В этом сезоне мы добываем больше, чем можем. У нас почти не остается времени отправлять добытые шкуры. Покажи мне.
Так, а что у нас? Вот так, 160-200. Лук у меня разве нет, Ваня? Вот он, 180. Есть он. Дубовый лук. 160-200. Лук странника, слушай, вижу. Требуется навык лучник. Попробуем примерить. Так. Слушай, мне это уже нравится более-менее. Ты здесь? Блин, пропустил. Так, погоди, где тут дятел? Работьте. Так, понятно. Мне нужен, значит, навык лучник. Погоди, у меня же был навык. Я его учил. Слушай. Это надо местечко запомнить. Опусти оружие. Эй, я кролика хочу убить. Издеваетесь, что ли? Вы-то какие. Сломано. Сломано. Зачем вам магия, прости? Так, ладно. Ты работаешь на орков? Все, у кого есть противостоять оркам, это чистой воды самоубийство. Разумная позиция. Да, это так. Даже сейчас, когда орки сами назначают цены. Раньше люди в Сильдоне платили намного больше. Как идет? Отлично. Здесь на севере любой охотник найдет себе хорошую добычу. Например, глорхи. Сильдоне за них прилично. Я могу научить тебя чему-нибудь, если хочешь. О-о-о. Я хочу... Хорошая идея. Будет лучше, если... Скажи мне, когда будет... Раз... Так, хочу... К этому ты еще не... Очков обучения, чтобы стрелять из лука. Погоди-ка, к этому я еще не готов. Что научиться лучше стрелять из лука? К этому ты еще не готов. Нет условий необходимых на... А что за нахрен это? Может, мастер-лучник как раз-таки это? Я бы мог отнести... Было бы неплохо. Здесь стоят 8 ящиков с упакованными для отправки. Отнеси их на мельницу. Ну, ладно, отнесу. Так. Снайпером можно. Да нет, это скорее всего не то. Это уж, наверное, последний какой-нибудь навык-то нафиг. Лучник, лук. Блин, даже не понимаю. Ну, охотник за крупной дичь, охотник за дичь. А, снайпер. Нифига не понял. К этому ты еще не готов. Так, отсутствует навык лучник. Кто? Воу-воу-воу-воу.
Ну да, лучник. Вы что, на тебя об охоте? К этому ты еще не готов. Ах ты гадость. Я понял. Хочу, ну... Пусть твои движения будут быстрыми, но оставайся спокоен. Тебе необходимо иначе... Я понял. Она кольцо скотина не считает. Прикинь. Вот ж блин. Так, ладно. А торговать я тут с кем могу? Продострел. Алты. Ты парень, что надо? Пошли нафиг. Да. Ладненько, друзья. Буду, пожалуй, я пока серию заканчивать. Ну, очки потратил, но будем качать лук. Прям, кстати. Лук интересный у меня стал. Надо бы его проверить. Проверим в следующей серии. Здесь я смотрю, есть что пособирать. Ну вот пока как-то так. Будем, блин, прокачивать лучника, потому что выбора нету. Просто тупо нету выбора. 25 уровень, еще десяток уровней, если вложить в ловкость до 300. Ничего страшного не будет. Его качать. Всем удачи. Всем пока. Да уж. Так это все просто, как хотелось бы.